4, 5. Шоколадок здорово! О, сколько у Федора шоколадочек! Ничего себе! Обожаю шоколад! Федор, а угости маму шоколадочкой? Нет, моей не дам! Ну что, тебе жалко, что ли? Ну одну! Я сказал, не дам! Жадина! Так хочется шоколадочку! Ура! Теперь у меня есть шоколадочка! Один, два, три, четыре. А где еще одна? Шоколадочки? Федор, а дай мне одну, пожалуйста. Нет, не дам, у меня и так мало. Ну, Федор, ну пожалуйста, всего лишь одну. Нет, не дам, это мои. Жадина! Один, два, три. А где еще одна? О, что это у тебя, Федор? Шоколадочки? Да. Я обожаю шоколад. Феденька, а дай мне, пожалуйста, одну шоколадку. Не дам, это мои. У меня и так мало. Ну, одну. Ну, пожалуйста! Ну что, тебе жалко? Нет, это мои. Жадина. Ну и ладно. О! Это же шоколадки! Я обожаю шоколад! Пойду съем! О, мои шоколадки, сейчас я их съем. Только одна? Федор! Что случилось? Ты чего плачешь? Мои шоколадки лопают. Ай-яй-яй-яй! Вот эти что ли? А я думал, я их нашел. Так я это ты потерял. Так ну на тогда забирай. Вернем, да. На. Мои шоколадки. Не плачь больше. Надо было делиться. Да, нельзя быть жадным. Ну ладно, пошлите. Грустно. Наверное, надо водиться. Точно, поэтому водилась. Что вы такие грустные? Угощайтесь. Спасибо, Федор. Спасибо большое, малыш. Спасибо, Феденька. Присаживайся. Садись. Шоколадки. Я так сегодня мечтала шоколадки. А мне прям не хватало шоколада сегодня. Спасибо, обожаю шоколад. Спасибо, Федор. Ты такой добрый мальчик, Федор Сергеевич. Ты знаешь, папа, мне кажется, я придумал новый цвет для нашего сегодняшнего челленджа. Интересно мне, и какой же цвет ты придумал? А как ты думаешь, папа? Посмотри внимательно на этот магазин. Ты загадал цвет магазина зеленый? Ага, молодец, догадливый. Пошли, поиграем в челлендж. Ну, пошли. Значит, сегодня мы будем покупать продукты зеленого цвета.
Ну давай, Федор Сергеевич, я посажу тебя сразу в тележку, и мы пойдем в магазин, да? Кто-то поедет, кто-то пойдет. Чур, я первый выбираю, хорошо? Я уже выбрал, смотри, молодой горошек. Зеленый горошек под наш челлендж. Подходит? Конечно, папа, молодец. Кладем в корзинку, и наш челлендж начался. Ну, малыш, давай 5, и теперь ты следующий. Поехали. У меня, кстати, куртка зеленоватая, как специально. Так, 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 опа, и я нашел покупку сегодняшнюю. Смотри, огурчики, они же зелененькие, правда? Ну, конечно, зелененькие. Но я бы сказал, что они больше под цвет твоей куртки, такие болотные. Ну, пойдет, держи, ставь тележку. Ой, папа, тут так много огурцов. Ладно, пошли дальше искать, что это зелененькое. Ну, ладно, пошли, теперь моя очередь выбирать зеленый продукт. О, а я нашел, смотри. Макароны? А, зеленая упаковка, ты хитрец. Пап, так тут не только упаковка, тут и сами макароны зелененькие. Ух ты, здорово, двойной тебе плюс. Ну вот и отлично, клади в корзинку. Поехали дальше. И по правилам челленджа, теперь твоя очередь. Так, моя очередь. Ой, давай-давай, смотри, спрайт какой зелененький. Класс, отлично. Молодец, Федор Сергеевич. Ну, клади в корзинку. Поехали дальше. Знаешь, папа, что я подумала? Мне уже надоело продукты покупать. А давай в отдел игрушек пойдем, там тоже много зеленого. А это хорошее предложение. Давай. О, я даже нашел для тебя уже зеленую игрушку. Лего Майнкрафт, крутяк, берем. Это мне даже больше нравится. Поехали дальше искать что-нибудь зелененькое. Только я себе в отделе игрушек искать ничего не буду. Я уже большой дядя и в игрушки не играюсь. Знаешь, куда мы сейчас зайдем? Мы сейчас зайдем в отдел, где все для автомобилей. Ну, поехали, здорово. Так, и что же мне взять? Что же мне может пригодиться? Вроде у меня все есть в машине. А вот, смотри. А что это такое, папа? А это, Федор Сергеевич, скребок, чтобы лед со стекла соскрябывать, когда будут морозы. Ведь скоро зима, и он пригодится. Отлично, кладем. Поехали, папа, дальше в игрушки. Ну вот, Федор Сергеевич, мы в отделе, в большом отделе игрушек. Что ты там увидел уже? Смотри, смотри, что там я внизу вижу, что-то зеленое. Вон там такое огромное зеленое. О, отлично! Смотри, какой танк! Вот это я понимаю, покупка так покупка.